Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор кунжутного скраба. Скраб кунжутный – это компонент природного растительного происхождения, используемый в косметической промышленности. Свойства скраба кунжутного таковы. Активирует регенерацию, ускоряет рано заживление, деликатно очищает, убирает излишнее кожное сало, снимает отшелушивающиеся частички, смягчает огрубевшие ткани, активирует микроциркуляцию, способствует обновлению кожи, оказывает омолаживающее воздействие на кожный покров. Косметологи, изготавливающие активы с целью коммерции, используют скраб как базовый ингредиент в косметических средствах, задача которых – комплексное очищение кожи с хорошим результатом омоложения. Скраб кунжутный – необходимый ингредиент в линейке массажной косметики, используемый профессиональными массажистами в процессе по устранению целлюлита. Применение кунжутного скраба таково – спа-косметика, мыло, бельги, средства личной гигиены, массажные активы. Вот в таком пакетике мы отправляем кунжутный скраб нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!